Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. 4 сотки – это дачный беспредел. Минимальный размер участка для приватизации, новые границы, новые правила. Дачники СНТ-Север провели общественные слушания на местах. Возбуждено уголовное дело в отношении директора издательского центра. Ольга Козикова подозревается в получении взятки. Радость в каждый двор. В Северодвинске продолжается волонтерский проект «Научи меня играть». Отмечают новоселье. Региональному отделению «Союз Чернобыль» выделили помещение в Центре развития НКО на Карла Маркса, 37. Калинка, Жемчужинка и лингвистическая гимназия прямо сегодня попали в список счастливчиков. Мэр смотрел здание и помещение. Им выделят деньги на ремонт кровли, цоколя и замену окон. Планы по ремонту других садов и школ формируются уже сейчас. Директора отстаивают сметы. Увидимся на канале «Свой регион» в 19:00.